Приветствую вас, уважаемые слушатели, на нашем курсе обучающем, который называется «Питание кормящей матери». Я думаю, название говорит само за себя, но сейчас пару слов расскажу, чем будет наполнен наш курс. Но для начала представлюсь. Меня зовут Лещенко Арина, я дипломированный нутрициолог, практикующий нутрициолог, а также являюсь автором некоторых марафонов, курсов, мастер-классов совместно с Puzzle Brain. Говоря о питании кормящей матери, я подразумеваю два таких глобальных момента, два вопроса, которые я хочу закрыть, когда обсуждаю эту тему. Это первое, как выстроить питание матери таким образом, чтобы женщина просто элементарно не ушла в дефициты и не растеряла, как говорится, свои волосы, зубы, чтобы кожа не испортилась и все вот эти вот аспекты здорового образа жизни, здорового тела, организма, то есть чтобы женщина просто продолжала себя чувствовать хорошо и при этом хорошо выглядела. К слову, если вы действительно столкнулись с такой ситуацией, что, например, после родов или, например, после уже грудного вскармливания, возможно, уже у вас есть дети, вы действительно собираете себя по частям, нервная система полетела, действительно волосы покинули голову, зубы испортились, ну вот и все, что связано с этим, то здесь уже большой вопрос к тому, как вы готовились к беременности. На самом деле предгравидарная подготовка, как это сейчас называется, то есть подготовка к беременности, это очень важно, и, к сожалению, не каждая женщина готовится к беременности. Ну и, конечно, второй глобальный вопрос, говоря о питании кормящей матери, конечно же, наша цель — это вырастить здорового ребенка, дать ему все необходимое, чтобы он правильно формировался и правильно рос. Как раз на данном обучающем курсе мы будем учиться выстраивать питание таким образом, чтобы довольны оставались все, и мама, и ребенок. Я думаю, многие из вас знают, что существует такое понятие, как диета кормящей матери. Это действительно диета, и она достаточно ограничительная. Обычно вот этот список продуктов, которые разрешены и которые запрещены, выдаются прямо в роддоме для женщины, вот, чтобы она наглядно ознакомилась и вот следовала этим рекомендациям, придерживалась их в питании, когда она кормит грудью малыша. Но я вас сразу прошу на самом деле забыть вот о таком понятии, потому что на данном обучающем курсе, так сказать, мы будем развеивать мифы касаемо вот этого питания. Ну, будем взвешивать все за и против. А также обсудим, стоит ли вообще в принципе отказываться от продуктов, которые запрещены на этом протоколе, на этой диете. А также поговорим о продуктах, аллергенах, которые очень часто исключают из своего рациона мамы, потому что боятся, что у ребенка будет аллергическая реакция. Или, например, они пытались этот продукт ввести, но видели, что ребенка, например, высыпало, и они от этого продукта отказывались. То есть мы обо всем об этом будем говорить. Отдельным уроком мы поговорим о том, как формируется организм ребенка в период с 1 месяца до 6 месяцев. То есть, что именно происходит с организмом, каким образом будет формироваться кишечная микрофлора у малыша, какие факторы будут влиять на эту кишечную флору и какие непосредственно функции кишечная флора выполняет. Почему мы так подробно будем изучать кишечную микрофлору, об этом тоже мы поговорим с вами непосредственно в этом уроке. К сожалению, многие женщины не привыкли питаться правильно, сбалансированно. А многие еще во время беременности начинают есть больше, обосновывая это тем, что есть нужно за двоих. Но дело в том, что если бы это еще были правильные продукты, еще ладно. Но, как правило, вот после этих слов, когда женщина говорит, что есть нужно за двоих, она поедает какие-нибудь сладости, какие-нибудь булочки, шоколадки, ну то есть всякие вкусняшки, скажем так. Я, например, ни разу не видела, чтобы женщина вот после этой фразы, что есть нужно за двоих, съедала, например, две порции салата вместо одной. Вам нужно понимать, что питание – это база. Это такая основа здоровья, здорового образа жизни. И, естественно, при несбалансированном питании, при избытке в рационе вот, рафинированных углеводов, то есть это что у нас? Это все как раз-таки наши любимые сладости, булочки, тортики, пирожные. На самом деле к рафинированным углеводам можно отнести и некоторые крупы, которые шлифуются, в которых ничего полезного не остается. Естественно, это напитки, сам сахар, который везде добавляется, это тоже все рафинированные
избранный углевод. И, естественно, такое питание, оно будет истощать организм. И когда женщина беременна, понятно, да, ей нужно и для себя, и для ребенка получать витамины и минералы. Но она нормально не питается, она уходит в дефициты, плюс еще что-то растрачивается на ребенка. Природа так задумана, что нужно взрастить в себе организм. И, естественно, на это взращивание потребуется много чего. Много витаминов, много минералов, большое количество ресурсов. И дело в том, что женщина питается неправильно, не сбалансированно, злоупотребляет сахарами рафинированными, и таким образом она уходит в дефициты, и эти дефициты, они ничем не покрываются. К сожалению, да, из питания она не получает, потому что она просто не сбалансированно питается. Другой момент, что многие продукты оставляют желать лучшего, потому что у нас беднеют почвы, потому что, опять-таки, очень много рафинированных всяких продуктов, которые не содержат уже в себе того количества витаминов и минералов. Многие женщины даже не практикуют прием витаминов и минералов во время беременности, что очень важно, между прочим. И таким образом женщина просто теряет все свое здоровье, и, к сожалению, происходит так, что и ребенок недополучает определенных витаминов и минералов, и ребенок уже рождается с дефицитами, и, естественно, это дефицитное состояние, оно будет за собой вести какие-то болезни. Поэтому на данном курсе обязательно я включила урок, мы будем с вами обсуждать, с какими основными состояниями сталкивается женщина после беременности и как с этими состояниями работать, как их диагностировать благодаря симптомам, благодаря лабораторной диагностике, и поговорим о саплиментах, то есть что такое саплименты, какие использовать, какие применять, об этом всем подробно будем общаться и разбираться. То есть наша основная цель — это чтобы женщина не была в дефицитах. Не будет женщина в дефицитах, не будет в дефицитах ребенок. Это все логично и все просто на самом деле. Поэтому питание — это очень важно. И также мы еще обсудим с вами питание детей. То есть непосредственно женщина кормит ребенка грудным молоком. Да, грудное молоко считается идеальной пищей для новорожденного, для ребенка. Поэтому, конечно, это преимущество, когда женщина кормит грудью. Но тоже будем разбираться в нюансах молока. Молоко не всегда содержит в себе все питательные вещества, которые необходимы ребенку. Мы поговорим о том, какие все-таки витамины, какие минералы ребенку необходимы дополнительно. Ну и, конечно же, мы должны понимать, что опять-таки, если у матери будет недостаточное питание, то и молоко будет недостаточно по своему составу. То есть ребенок опять-таки будет недополучать чего-то определенного. Собственно говоря, вот чем будет наполнен наш курс, что мы с вами будем изучать. Я благодарю вас за внимание. Мы увидимся с вами в следующих уроках.